Тобто можна говорити про те, що Росія швидше за все не здатна на довготривалу війну, про яку вони неодноразово заявляли, і була інформація від різних аналітиків, що Росія готується до довгої війни. Наскільки довго вони би ще змогли протриматись, на вашу думку? Если говорить о военной части, то воевать можно долго при одном условии, если у тебя есть надежный тыл. И тут у нас с Россией оказалось все по-разному. Они глядели на карту и, простите за мужскую шутку, радовались и гордились размером. И говорили, а что там воевать с той Украиной, как Симонян говорила? Что с ней воевать-то два дня? Потому что на карте Украина меньше. Но на практике оказалось, что размер действительно не главное. Важны ресурсы экономики, очень важны союзники. Украина – серьезные союзники. Это Великобритания, США, это Евросоюз, Канада, Австралия. Это весь цивилизованный мир. И страны Большой Семерки уже обсуждают, как как судить и как привлекать к ответственности за военные преступления в Украине. То есть они уже не сомневаются в украинской победе. А у России кто союзники? Эритрея, Северная Корея, Сирия. Это, простите, смешно и несерьезно. И поэтому вопрос при затягивании войны, вопрос удушения российской экономики стоит в первую очередь. Тут, кстати, есть над чем работать, потому что при всех декларациях, допустим, по той же российской металлургии, Великобритания и США ввели очень жесткие санкции против российского металла, против поставок его на рынок. Евросоюз пока эти санкции не ввел, хотя Россию уже признали спонсором терроризма, целый ряд парламентов. И это надо вводить, потому что они за 3 месяца около 600 миллионов евро заработали. А это, простите, дикая ситуация, когда люди одновременно поставляют сталь для создания российских танков, условно говоря, и при этом эту же сталь продают в Европу, зарабатывая деньги, чтобы поддерживать режим Путина. То есть надо со своей стороны Сбройные силы Украины будут делать свою работу, а дипломаты должны делать свою и душить российскую экономику. Без тыла, без экономики в тылу современная армия воевать не сможет. Дело не в количестве тушенки, просто армия – это очень большой организм, который пожирает все. Топливо, металл, технику, электронику, продукты, вещевое обеспечение. И без нормального тыла это все рухнет. Поэтому очень важно, что у нас хорошие союзники, а российскую экономику нужно душить. Без денег, без поставок они воевать не смогут. Звісно, треба з кожної сторони тиснути, тому що, як ви сказали, це великий механізм. Це не лише залежить від нашого військового, потрібна зі всіх сторін допомога. От також є допомога часто і від правозахисників, зокрема ГУЛАГ.нет. Час від часу публікує якісь певні такі матеріали, про які раніше не було відомо. От одне з цікавих останніх, те, що російські чиновники навесні обговорювали можливість ядерного удару по Україні. Тобто ми розуміли, що така загроза є, час від часу про це говорили, але все ж таки, на вашу думку, от зараз от від цього безсилля, від того, що Путін розуміє, що на фронті він втрачає території, які він завойовував час від часу, чи може зараз він піти на якийсь такий крок, і чи наскільки, яка, можливо, у відсотках, як на вашу думку, яка загроза зараз є ядерного удару? Дело в том, что нанести ядерный удар Путин единолично не может. Это не взять гранату и бросить ее из окопа. Тут должно быть все-таки коллективное решение и коллективное действие. Если 70-летний бункерный дед готов умереть и утащить за собой как можно больше людей, то далеко не все в его окружении, влиятельные фигуры и те, кто, условно говоря, нажимает на кнопки, передает команды, не все готовы за ним последовать, а готовы поменять свою решимость, помешать такому, на какую-то амнистию в перспективе. Я думаю, что почву на предмет ядерного удара Путин прощупывал внимательно, может быть, весной, может быть, позже. И я думаю, что предупреждение, последнее китайское предупреждение от господина Си Цзиньпиня было не допускало двойного толкования. Ни в коем случае не должно применяться ядерное оружие. После этого в Москве эти разговоры тихо свернули. И там только отдельный Соловьев на ток-шоу может себе позволить сказать, что весь мир в труху. Все остальные поняли команду быстро, что на эту тему молчим. Никакого ядерного удара наносить нельзя. Иначе сотрут в порошок. Украинские сбройные силы подойдут к Уралу с этой стороны, а китайские с другой.